Проблема дорожно-транспортного травматизма среди пешеходов, по словам сотрудников областной госавтоинспекции, стоит довольно остро. Причем по статистике каждый четвертый наезд происходит на регулируемом пешеходном переходе. В текущем году погибли 3 пешехода на пешеходных переходах и 106 получили различные травмы. Количество наездов на пешеходов на пешеходных переходах увеличилось на 72% по сравнению с прошлым годом. Еще хуже ситуация состоит с детским травматизмом. В областном центре каждый второй наезд на ребенка происходит на пешеходном переходе. В результате с начала года погиб один ребенок, и 24 получили травмы различной степени тяжести. Ситуация складывается таким образом, что виноваты во многих случаях водители, конечно же, но и пешеходам также нужно, скажем так, соблюдать меры предосторожности при переходе дороги, потому что, к сожалению, пешеходы забывают, что на пешеходном переходе, прежде чем выйти на пешеходный переход, человек должен убедиться в своей безопасности. Рязанские дорожные полицейские обращают внимание, что в подобных ДТП виновниками могут быть и сами пешеходы. Отнюдь не все горожане при переходе через автодорогу соблюдают меры предосторожности. Сотрудники госавтоинспекции также советуют пешеходам, особенно в темное время суток, прикреплять на свою одежду светоотражающие наклейки.